Партнер проекта – компания «Ронда». Все для мебели на Фоминской, 49. Должно быть искоренение коррупции, свободные, независимые суды. Точнее, зависимые только именно от закона, а не от чего другого. Я думаю, что многое бы в нашей стране наладилось. Ну, наверное, есть какие-то новые современные технологии, которые нужно внедрять в жизнь. Это будет и производительность труда больше, и, наверное, цели будут достигаться, и результат будет соответственно. Если мы не будем вывозить сырье, мы будем производить что-то у себя. И мы поднимем количество рабочих мест. Если мы поднимем количество рабочих мест, значит, мы тем самым оздоравливаем экономику. После учебы нужно, чтобы специалисты, то есть люди, которые отучились, образование получили, чтобы они в первый же год начинали по специальности работать. То есть, соответственно, чтобы они сами не искали особо, а им уже предложения какие-то поступали во время учебы. Чем больше люди заняты и именно делом занимаются, которым нравится, деньги приносят, то есть обеспечат их жизнь полностью, они вносят вклад, то есть, ну, налоги вот эти все. Те федеральные средства, краевые, которые выделяются на благо своего края, они будут идти уже целенаправленно для чего-то, а не так, что львиная часть идет на взятки и коррупцию, на откаты. На сегодняшний день надо больше развивать бизнес, как малый, так и средний, потому что, насколько мне известно, поступление в бюджет России в основном идет от нефти, около 70%, 30% это поступление от малого бизнеса. Будут предприятия, заводы, фабрики, как раньше было, тогда будет и население жить богаче, потому что будет отчисление в бюджет, налоги пойдет, будет зарплата тех, кто там работает. Ну и помните еще, когда предприятия работали, они содержали еще и инфраструктуру. Прекратить вот это вывоз капитала из страны, вывоз, опять же, мозгов из страны. Посмотрите, сколько у нас молодых, умных людей уходит, уезжает за рубеж. Это просто обидно. В стране богатая страна, богатейшая страна. Можно создать условия для их работы, для их жизни. Конечно,